Эмма. Что произошло? Это кровь. Моя кровь, море моей крови. Угостишь, морячок? Гарри Флинн! Эй! Как ты тут оказался? Вообще-то ищу тебя. О, мне уже начинать бояться?
Сейчас узнаешь. Садись. Есть работенка? Да ну. Клиент желает расстаться с кругленькой суммой, если мы добудем для него некий предмет. Я слушаю. Вот. Тебе точно понравится. О, нет. Ты рехнулся. Стой, стой, послушай. Блин, мы знаем двух человек, которые погибли, пытаясь там что-то... Ну, а еще один выбрался. Еле выбрался. Без тебя я не смогу, Дрейк. Тут только ты справишься, и тебе ли не знать, что это работа на двоих? Нет, нет, нет. На троих, вообще-то. Именно. Помяни дьявола, он и явится. Что? Хлоя Фрейзер. Нейт. Дрейк Нейтан. Дрейк. Привет, Гарри. Хлоя одна из лучших в нашем ремесле. С ней не пропадем. Ну-ну. Смотри. Я все обдумал. Войдем по сточной трубе. Заманчиво. Окажемся во дворе, отсюда влезем по стене. Перебежим по крыше и спустимся прямо в выставочный зал. Все просто. И что? Мне за это будет, спросишь ты? Ты уловил мою мысль. Что? Это лампа? Да. Это смешно. Не понимаю. Мы тоже. Вот почему разыскали тебя. Клиент ваш просто псих. Ну, чокнутый, которому денег некуда девать. Кроме того, это не стоит усилий. Это не все. Я надеюсь, ты не забыл латынь, Нейт? Где ты это взял? Одолжил. Из архива клиента. В Трапезунде на нас напали грабители. Отец, Мафео и я потеряли свои сокровища. Это написал Марко Поло. Да, но это мы и сами поняли. Но дальше какая-то абракадабра. Погоди-ка. Но печаль свою я скрыл от всех. Я спрятал ее там, где никто не будет искать. Свет великого хана хранит судьбу 13. Видишь, какая ты чушь. Это же потерянные корабли. Да. Эй, я ничего не понял. Марко Поло шел из Китая. На 14 кораблях с 600 людей. Вез дары Хубилай хана. Но к берегам Персии через полтора года он пришел на одном корабле с 18 пассажирами. Он все записывал, все, что видел в пути, но он не упоминает о судьбе пропавших людей и кораблей. Так значит, где-то там ждут своего часа 13 кораблей, нагруженных ханскими сокровищами. Да, вот их ваш клиент и ищет. Посмотрите. Лампа покрыта монгольскими письменами. Это дар Хубилай хана. Свет великого хана хранит судьбу 13. Марко Поло что-то спрятал внутри лампы. Что-то, что может указать на корабли. Ну, мы же опередим клиента. А то как. Конечно. Ты с нами? Ну да. Ведь ничего же страшного. Thank you.
Конечно, заперто. Как всегда. Он жив! Поверишь, тут в карму. Привет. О, что, сразу к делу? Может, расскажешь, что происходит? Ты про Флина? Да, могла предупредить. И пропустить такое шоу? Кроме того, мне было не так просто тебя найти. Ха, уж кто бы говорил. О, ты что, ревнуешь? В конце концов, не забывай, кто от кого ушел. Даже не думай ревновать. Погоди-ка, Хлоя. Если тебя это утешит, мои отношения с Флином сугубо деловые. Правда? Ну, практически. Ой. Когда я узнала, что он напал на след, я подумала, ты не захочешь это пропустить. Что предлагаешь? Как обычно. Крадем сокровища. Находим корабли и смываемся. С Флином. Mm-hmm. А потом? А потом делим добычу, и мы с тобой просто исчезаем. Вместе в этот раз. Ясно. Но только он не должен ничего знать. Он разозлится. Он переживет. Я знаю. Ugh!